Підрозділ Нацполіції Донеччини «Білі Янголи» здійснює евакуацію цивільного населення з зони бойових дій, переважно людей похилого віку і дітей. Наступна історія про евакуацію хлопчика з села Зарічне Лиманської громади. Він став останньою дитиною, яку евакуювали з цього населеного пункту. Прямуємо до населеного пункту Зарічне для евакуації родини з дитиною. Наразі в даному населеному пункті ситуація дуже складна. Постійні ворожі обстріли. В даному населеному пункті залишатися родинами з дітьми дуже небезпечно. Проводилася з цією родиною неодноразово профілактична робота щодо евакуації. Родина погодилася виїхати до безпечного місця. Добрый день. Здравствуйте. Есть печка, да? Да. Сейчас, девочка. А пожалуйста, что там трошки есть? Есть. Все, что надо, буду еще поделиться своим взглядом. Да, вот там он сейчас девки помогут. Саша звонит. Чего он такой пьет? Потому что стопы ткани специально. Так, а там поднимать голову вверх. Здесь положить то, что вышел бабушка. Да, 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 вот это, да. Дави помидоры. А ты поднимай голову? На. Тяжеловато. Часто кидают. Ось в Торському за цю неділю 4 хати згоріло. У нас 2 та ями поробили. Ну, така. Отого опасно. Те, що там вже стрільба буває, то вже привикаємо до цього. А оце, що прилітає, страшно. Страшно кричити, лишиться, що оце 85, от мені, що я, де я піду. От я прилітаю. Оце саме страшне. Ти можеш, дочка. Бабка, не вмирайте, спасибо. Мія, не вмирайте, поки я приїду. Хорошо, хорошо. Ні пуха, ні пера. Ну я на тебя надеюсь, что ты мне поможешь. Можешь, мы как все его отправим до матери. Я тебе обещаю, все, что в наших возможностях, будем все делать. Вылетели все окна, все сорванные двери. Ну как? У меня в доме нема ни одного окна. Все забитое, темно, как в тюрьме. Ну то, что одно окно в кухне, и все. Как ты? Не боялся дома? Нет. Когда стреляла там? Нет. А прятался здесь? Рассказывай. Привет, там где бабушка. О, все. Спасибо, моя девочка. Спасибо. Этот, привозили мне. Просто надо будет нормально. Да я понял, как. Вот так, берешь на себя и... Как тебя зовут, скажи? Тимофей. О, ну хорошо. Как дела? Да, да, не спать, я тоже. А есть он еще целая комната отдельная, на детской? Да. Ну, то я там убираю. Вот, смотрите, да, что это футбол. Да, это такой футбол. Подключаться можно. Да, да, смотрите, и спальные места есть. Ага. Да. Можете тут спать, но он будет спать. Ага. Телевизор смотреть. Ага, слава богу. Пешка на одну ходит, на две, это когда, ну, если король... Первая.